дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале! Сегодня я приготовила очень вкусное блюдо из куриной грудки с ананасом. Вот сейчас я его попробую. Вот какая прелесть у меня получилась. Сейчас мы попробуем кусочек. Очень вкусно. Сочное мясо такое. Сладко-кислое. Ну и смотрите, как я готовила. Сегодня я хочу приготовить себе обед. Быстренький. Вот купила себе, значит, куриные грудки. Вот куриные грудки тут у меня. Я их не стала отбивать, потому что они у меня вот такие тоненькие. Видите? Вот у меня их тут 5 штук. И сейчас мы, значит, начнем. Ну, для начала мы, значит, смажем свою форму маслом. И, значит, будем выкладывать нашу грудку. Так, вот так, наверное, положим. Что-то у меня места мало. Я думала, что придется вот так поплотнее положить их. Теперь я маленечко посолю. Много солить не буду, потому что у нас сыр соленый. Посолю, поперчу. Приправочки для мяса. Ну вот еще вот это посыплю. Вот так. Чуточку. Так. Посолю. Теперь мы положим наши ананасы. Ну вот я купила с дозы ананасы. Вот. И я их буду разрезать вот так наполовину. И буду раскладывать. Что это? Один. Так. Ну, наверное, по 2 штуки мне на кусочек. Так. И вот так. Так. Теперь у меня тут сыр тертый. И к нему, значит, я добавлю вот тут у меня 2 зубчика чеснока. Конечно, можно было еще сверху чесночка побольше положить. Но я как-то не хочу сильно чеснока. И маленечко сюда. И майонез ему сюда. Все это дело мы сейчас размешаем. Ну вот. Я с майонезом размешала. И теперь мы будем выкладывать на наши... на наше мясо, на ананасы. Ну вот, я, значит, разложила сверху сыр с майонезом, с чесночком. Ну и теперь мы пойдем к духовочке. Ну вот, посмотрите, какая у меня красота получилась. Ляпота, вкуснота. Очень красиво. Запах, но... Ну, вот сейчас мы положим кусочек мне на тарелочку. Так. Где он тут у меня? Как мне его подцепить? Вот. Упс. Вот, посмотрите, какая вкуснятина. Вот, сейчас мы попробуем. Вот, я разрезала. Посмотрите, какая прелесть. Ну, вот так. И сейчас приглашаю вас к столу. Приятного аппетита! Кушайте со мной. Если вам нравятся мои рецепты и мои ролики, ставьте лайки, подписывайтесь. Я буду очень рада. Пока-пока. До встречи!